Сегодня в программе «Самые главные секреты» нас ждет путешествие в мир паранормальных явлений. Действительно ли на этом старом военном корабле обитают призраки? Я видел, как в моторный отсек спустился человек, и я пошел за ним. Но там никого не оказалось. Мы побываем на борту легендарного корабля с призраками. А это ключ от одной из машин на парковке. Сможет ли этот человек узнать эту машину менее чем за 5 минут, используя только свой ум? В каком-то роде я взломщик ума. У меня есть способность психологически манипулировать. А также, могут ли самозванные мистики предугадывать начало землетрясений? Я могу чувствовать, что происходит с Землей в любой ее точке. Рональд Рейган был окружен лучшими специалистами. Но к кому он обращался за советом? К медиуму своей жены. На меня можно было положиться. Нэнси об этом знала. Рональд тоже. А этот человек не только видит усопших, он с ними общается. У меня профессиональная способность настроиться на мысли и голоса людей, прошедших стадию изменения под названием смерть. Может ли наука открыть паранормальные секреты? Обычно, если объяснять любое паранормальное явление с точки зрения физики, очень легко разоблачить обман. Все это в программе «Самые главные секреты». «Самые главные секреты». Мир мистики и неведомого. Торнадо, вулканы, ураганы, землетрясения. Несмотря на обширные знания об этих природных катаклизмах, эксперты до сих пор не могут предугадать, когда наступит следующий. Но есть категория мистиков, которые утверждают, что могут это сделать. Между мной и планетой существует определенный симбиоз. Их называют «чувствующими Землю». Они утверждают, что обладают метафизической связью с планетой. Шон Дэвид Мортон, житель города Хермоса-Бич, штат Калифорния, использует технику предугадывания событий по карте под названием «картомантия». Он притрагивается к участку на карте и предугадывает наступление природных катаклизмов. Я чувствую отступающую волну энергии, и когда она начинает подниматься, то могу точно определить, когда произойдет событие. В сентябре 1993 года Мортон почувствовал огромную волну энергии на юге Калифорнии. Он утверждал, что эта волна была результатом природного дисбаланса. И действительно, в Малибу прошли сильные ливни и бушевали пожары. Обычно после пожаров приходит наводнение, но может наступить и землетрясение. Когда один из элементов расстроен, остальные, скорее всего, за ним последуют. В октябре 1993 года Мортон написал о своем предположении в своей газете. Он предупредил, что скоро произойдет сильное землетрясение возле города Нортридж. 3 месяца спустя, 17 января, его предсказание сбылось. В Лос-Анджелесе произошло землетрясение мощностью 6,7 по шкале Рихтера, а его эпицентром стал Нортридж. Сейсмические записи показывают, что каждый день существует вероятность наступления свыше 50 землетрясений. Недавно Мортон сообщил, что почувствовал сильную волну геологической энергии, и для того, чтобы подтвердить это, он разрешил нам заснять одну из его сессий по картомантии. Итак. Мортон медитирует и что-то напевает, готовясь к сеансу. Как только он касается карты, его посещает видение землетрясения, которое случится в месте, где сейсмическая активность не была замечена. Вот тут, в районе Сент-Луиса, будет довольно сильное землетрясение. Вот в этих точках, штат Миссури. Мемфис, штат Теннесси. Может случиться в любой точке на территории Среднего Запада Соединенных Штатов Америки. Потом Мортон переходит к другим странам. Он утверждает, что предугадал еще один катаклизм. У меня видение, что в этом месте будут сильные потопы на севере Италии. Я вижу много воды. Целый город в Италии будет просто смыт с земли.
В мире, где так велика вероятность наступления природного катаклизма, Мортон не единственный, кто пытается сказать, где и когда это произойдет. Я могу чувствовать, что происходит в каждой точке планеты. По словам Скалиона, не он выбрал свой дар, дар сам выбрал его. В 1979 году Скалиона посетило видение об изменении климата Земли. Сначала я был страшно испуган. Но Скалион все-таки понял, какую роль играли его видения. Он со своей женой Синтией поселился в штате Нью-Гэмпшир, открыл Матрикс Институт и стал рассылать свои предсказания по новостным лентам. Добро пожаловать на еженедельную трансляцию интуитивных предсказаний. Скалион утверждает, что предсказал такие события, как землетрясение в Нортридже и землетрясение, которое почти уничтожило японский город Кобе. Я также предсказал и другие катаклизмы. Ураган Эндрю. Я точно знал, когда он наступит и какой урон нанесет. Скалион утверждает, что со временем он научился управлять своим даром предсказаний, впадая в глубокий транс. В определенные месяцы или дни года я могу войти в более глубокий транс и общаться прямиком с планетой. Раз в месяц он входит в глубокий транс, который называет циклом Матрицы. Он утверждает, что собирает информацию для создания будущей карты мира. Скалион утверждает, что состояние транса слишком чувствительно, чтобы быть записанным на видеопленку, но согласится войти в неглубокий транс и совершить ближайшие геологические предсказания. Давайте начнем. Его жена Синтия будет задавать вопросы. Ты видишь какие-нибудь природные катаклизмы в США в ближайшем будущем? Ну, это не совсем катаклизмы. Но будет нечто наподобие отделения Земли. Это произойдет в середине страны. А вот насчет Калифорнии у Скалиона довольно радикальное предсказание. Калифорния продолжит существовать, но с одним исключением. Она превратится в группу островов, а точнее будет ровно 150 островов. Пока предсказатели вроде Мортона и Скалиона делают довольно точные предсказания, скептики вроде доктора Роберта Баттерворта утверждают, что часто люди основывают карьеру предсказателя на паре удачных прогнозов. Если дротики в дартсе много бросать, то рано или поздно вы все равно попадете в яблочко. У людей есть привычка запоминать те предсказания, что сбылись, но забывать про все те, что не произошли. Через пять дней после того, как мы записали на пленку предсказания Мортона, одно из них случилось. Северная Италия была практически вся затоплена, в точности совпадая с его предсказанием. Мы нашли Мортона и спросили, что он об этом думает. Наверное, я должен сказать: смотрите, какой я провидец, видите? Я могу предсказывать. Но я и сам до сих пор удивляюсь, что могу войти в контакт с высшей силой и получить информацию, чтобы предупредить людей об опасности. В связи с тем, что мы живем в достаточно опасном мире, довольно легко поверить в предсказания, особенно когда есть так много подобных людей, что это даже кажется правдой. Предсказатели пользуются всем, от циклов Матрицы до картомантии, чтобы увидеть будущее планеты. И многие действительно верят в их предсказания. Многие также верят в паранормальный мир духов, медиумов и людей с неординарными способностями. Но есть группа скептиков, которая утверждает, что способности этих людей не такие уж неординарные. Нашей целью является показать, что же на самом деле происходит. Дэвид Уилли и Джо Никел работают в комитете расследований паранормальных явлений под названием PsychOp. PsychOp выпускает журнал под названием «Скептический опросник», который представляется как журнал науки и здравого смысла. Но не думайте, что они просто глупые разоблачители. Я бы не хотел использовать слово «разоблачители». Я думаю, разоблачители — это люди, противоположные верящим во все. Обычно, если объяснять любые паранормальные явления с точки зрения физики, очень легко разоблачить обман. Если отпустить колесо, оно останется там же, где было.
Никел, бывший фокусник, теперь исследователь метафизических тайн. Работая фокусником, я видел, как легко людей обмануть. Они сами себя обманывают. Некоторые верят, что призраки действительно существуют, особенно глядя на старые фотографии, показывая на них неясные очертания фигур. Никел утверждает, что все связано с пластинами фотоаппаратов тех времен. Один парень из Бостона по имени Уильям Мамблер заметил, что если плохо промыть стеклянные пластины фотоаппарата, предыдущая фотография может отпечататься на следующий, получится вот такие размытые фигуры. Что касается близкого контакта с паранормальными существами, то Никел объясняет это пребыванием человека в состоянии полудремы, времени, когда человек еще не отошел ото сна или еще не заснул. Люди видят ангелов, призраков, инопланетян. Но большинство случаев, когда людям видятся призраки, можно объяснить. Никела раздражают люди, называющие себя медиумами. Люди, которые называют себя медиумами, просто дурачат всех. Никел показал нам технику так называемых медиумов под названием «холодное чтение», когда они задают наводящие вопросы. У меня видение того, кто ушел в мир иной. Это мужчина, кто-то наподобие отца. О, это ваш дедушка. Точно. Пока одни медиумы делают вид, что читают мысли, другие утверждают, что обладают властью над собственным телом. Специально для этой передачи Дэвид Уилли согласился показать секрет некоторых подобных трюков. Но как профессионал он попросил не повторять эти трюки самим. Первый эксперимент покажет, как он может ходить босиком по битому стеклу. Сначала мне нужно сдвинуть стекла с направленными вверх острыми краями в сторону. Убираем все, чем можно пораниться. Уилли говорит, что трюкачи даже могут измельчать самые острые осколки. Таким образом, мы разбиваем самые острые осколки и разравниваем плоскость. Это лучше, чем если бы они воткнулись в мою ногу. Уилли снимает обувь и собирается пойти по стеклам. Итак, все готово. Давайте пройдемся. Когда я делаю шаги, я ставлю стопы как можно ровнее. Я не делаю резких движений. Но если все-таки чувствую, как стекло впивается в кожу, то просто ставлю ногу в другом месте. Когда все правильно делаешь, то никогда не поранишься. Уилли не получил ни одной царапины. Смотрите, как просто. Стекло меня даже не поцарапало. Следующий трюк Уилли будет посложнее. Он собирается сунуть руку в расплавленный свинец. Температура свинца достигла примерно 300 градусов. По Цельсию. Можно подогреть еще на сотню градусов. Я готов окунуть свою руку в свинец, но сначала я хочу использовать обычную сосиску, чтобы показать вам, насколько горячий свинец. Вы видите, насколько это горячо. Это очень сильно обожженная сосиска. Уилли говорит, что секрет заключается в скорости и невидимой защите пальцев. Сначала я окуну ладонь в воду, а теперь в свинец. И моя ладонь в порядке. Пар от воды изолировал мои пальцы от ожога свинцом. Под дурную славу экстраординарных способностей попадает лежание на гвоздях и хождение босиком по углям. Я могу это сделать? Да, точно, ты сможешь. Давай, давай, давай. Отлично у тебя получилось. А вот и мои гвозди. Уилли утверждает, что секрет лежания на гвоздях в равномерном распределении веса тела. Сейчас этот мужчина приляжет на гвозди. А теперь
Положим на него этот кирпич и затем разобьем его кувалдой. Когда делаешь такую постель из гвоздей, нужно располагать гвозди как можно ближе друг к другу. Их должно быть много. Чем больше гвоздей, тем лучше. Но спать на такой постели я вам не советую. Вот так. Уилли говорит, чтобы пройтись по раскаленным углям, нужно просто знать, в какой момент это делать. Надо подождать, пока большие угли превратятся в маленькие угольки, и пока на них не появится слой пепла. Пепел — плохой проводник тепла. Он изолирует голые стопы от высокой температуры. Но ненадолго. Не стойте на углях слишком долго. Наступите на них и сразу сойдите. Ваша задача — пройти по углям как можно быстрее. Скептики продолжают убеждать всех подумать дважды перед тем, как поверить во что-то паранормальное, и обратиться к помощи науки и здравого смысла. Но независимо от того, предсказание это или власть над собственным телом, некоторые явления просто трудно игнорировать. Скрипучие двери. Холодный ветер в закрытом помещении. Странные фигуры, мелькающие тени. Столетиями дома с призраками пугали нас и вызывали любопытство. Считается, что самое загадочное место с призраками вовсе не дом, а давно списанный авианосец. Hornet ВМФ Соединенных Штатов. Авианосец плавал в составе военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и был списан в 1970 году. И, наконец, после длительного времени, в 1998 году в нем открыли музей. С тех пор стали замечать очень много странных событий: смена положений кнопок управления, звук шагов по палубе и голоса. Прямо под взлетной полосой мы как-то услышали голос. Сюда. И было несколько свидетелей этого. Люди утверждали, что иногда видели привидения. Более 40 человек говорили, что видели призраков, и что самое интересное, в 4 случаях одновременно 2 видели одного и того же призрака. Боб Роджерс работает в этом музее, который находится в городе Аламеда, штат Калифорния. По словам Роджерса, авианосец участвовал в боевых действиях Второй мировой войны, и его самолеты потопили 73 вражеских корабля. И несмотря на то, что Hornet был атакован 53 раза, в него ни разу не попали ни одной бомбой, торпедой или самолетом камикадзе. Роджерс слышал много историй о крепких отношениях команды, сложившихся за время боев. Этот корабль все любили, когда он был на службе. Роджерс всегда скептически относился к историям с привидениями до тех пор, пока не увидел одного призрака собственными глазами. Я видел мужчину, который спустился в моторный отсек и пошел за ним, но никого там не обнаружил. Все призраки, которых мы тут видели, выглядят как самые обычные люди. Они похожи на нас с вами. Такие истории не удивляют скептически настроенного Джо Никела. Я посетил больше домов с привидениями, чем сам Каспер. Ни в одном я не видел призраков, зато я видел людей с приветом, людей, которые хотели верить в это. Роджерс поверил, что призраки были настоящими, и ему было интересно, почему они обитали на корабле. Чтобы найти ответ на этот вопрос, он обратился к Стаж Мюррей. Даже во сне не мог себе представить, что когда-нибудь обращусь к медиуму. Но Мюррей быстро завоевала доверие Роджерса, когда рассказала ему об инженерной комнате, которую давно закрыли.
Стэш Мюррей описала эту комнату, хотя никогда раньше в ней не была. Я обнаружила это место, потому что почувствовала здесь волну величайшего отчаяния. Теперь Стэш выступает в роли дипломата между работниками музея и командой духов, которые, по ее словам, приветствовали ее по приходу на корабль. Я спросила их разрешение ступить на корабль и получила его. Они хотели, чтобы я пришла. Они понимали, что происходит. У нас было общение на уровне телепатии, которое всем было по душе. Чтобы помочь Мюррей в ее исследовании, Боб Роджерс пригласил известного исследователя паранормальных явлений Ллойда Ойербаха, который использует научные технологии в дополнение к ее интуитивным способностям. Самый лучший индикатор таких явлений — человеческое тело, а наши приборы мы используем только, чтобы подтвердить то, что может обнаружить тело. Один из главных инструментов Ойербаха — магнитометр. Он реагирует на магнитную энергию, ту самую, которую выделяют призраки. Одним осенним вечером Мюррей и Ойербах разрешили нам зайти на борт авианосца с видеокамерами, чтобы принять участие в специальном исследовании. Они пригласили группу добровольцев, которые не были раньше на этом корабле. Они должны были описывать свою реакцию на сверхъестественную силу, обитающую на палубах исторического авианосца. У нас много свидетельств периодических явлений, происходящих с ними. Это как живая лаборатория. Просто ходите по кораблю, а если что-то почувствуете, любое изменение вашего состояния, записывайте сюда. Люди хотят быть одураченными, то есть человеческий мозг ожидает что-то, поэтому любое событие кажется необычным. Если призраки не существуют, мы должны придумать их для определенных целей. До сих пор группа не почувствовала ничего сверхъестественного. В это время Мюррей проводила нас в медицинскую часть корабля. Большинство из 300 членов команды, погибавших за многие годы, умерли здесь, и Мюррей утверждает, что все еще чувствует их боль. Я вам клянусь, я не пытаюсь вас напугать, но я это чувствую. И тут происходит что-то странное. Энергия, дайте мне вашу руку. Чувствуете? Да. Я же говорила. Без ведомых причин наша камера начинает трястись. На пленке появляются полосы. Может быть, это присутствие паранормального, а может быть, просто техническое. Техническая проблема. В другой части корабля экспериментальная группа продолжает блуждать в лабиринтах коридоров. В некоторых местах им удается почувствовать присутствие призрачных членов команды. Я знаю о 15-20 членах команды, которые точно здесь присутствуют. Один из них — адмирал Джей Джей Кларк, который служил здесь во время Второй мировой. Он был опознан людьми, видевшими его призрак, по фотографиям. Если верить Мюррей, есть еще другой призрак, который заслужил определенную репутацию. Такое ощущение, что он флиртует. Флиртует, хочет с тобой потанцевать. Я такого не говорила, значит, он просто флиртует с вами. Недавно один из сотрудников музея пожаловался на призрака. Пришлось вызвать призрака адмирала Кларка. Был случай, когда у секретаря была стычка с призраком моряка. Тогда мы с Мюррей решили, что самое лучшее — вызвать кого-нибудь из офицеров и попросить их приструнить негодяя. Что те и сделали, по крайней мере, на несколько недель. После проведения эксперимента на корабле, Ойербах спрашивает добровольцев о результатах. Вот что я хотел спросить. Кто из вас почувствовал что-нибудь необычное, пока мы ходили? Да, мне показалось, что кто-то еще ходил вместе с нами. Я ощущала некоторое головокружение. Иногда чувствовала чью-то руку на своей спине, как будто меня подталкивали. Кровать возле сломанных ящиков. Я что-то почувствовал и подошел к ним. Было ощущение, что там кто-то стоит, и он не хочет, чтобы я подходил ближе, поэтому я отошел. Видите ли, в чем дело? Когда находишься в месте, о котором идут слухи про существующие там привидения, и хочешь увидеть призрака, то любая мелочь, привлекшая ваше внимание, будет подтверждать присутствие призрака. Движение шторы, звук, любая мелочь. Все будет убеждать вас в присутствии потусторонних сил.
Наконец, Мюррей и Ойербах приводят экспериментальную группу в самое главное место с максимальной концентрацией мистической энергии — палубный ангар. Они попросили всех сесть в круг, чтобы привлечь призраков. Сейчас мы попробуем использовать вас для привлечения призраков. Мы думаем, что призраки людей, служивших на корабле в то время, любят такую музыку. Поэтому мы ее включили. По словам Мюррей, она использует свои способности, чтобы превратить этот круг в нечто подобное духовному магниту, который будет притягивать призраков. Сейчас мы соберем энергию ближе. Видите, как я сделала? Направьте свои ладони друг к другу. Мы будем использовать энергию для того, чтобы привлечь их, так же, как используем сейчас эту музыку. Пока все выполняют упражнение, магнитометр начинает регистрировать неожиданное повышение магнитной активности. Чувствуете? Видимо, мы смогли привлечь их внимание. Нам удалось. Молодцы. За 3 года усердной работы Стэш смогла изменить взгляд многих людей. За период моей работы на Хорнете произошло много важного. Свидетелями паранормальных явлений становились и верящие в это посетители, и неверящие в это скептики. Так что это новое знание открылось для многих. При встрече с таинственным люди начинают чувствовать действительно странные вещи. И многие из них изначально не скептики. Но вот проблема. Мы хотим верить во все это, но доказательства довольно шаткие. И нам постоянно приходится быть настороже, так как люди по своей натуре хотят во что-то верить. Но нам нужно доказательство того, чему нам верить. Всех по-прежнему мучает вопрос, почему призраки давно умерших членов команды нашли свое убежище на Хорнете? Я думаю, одной из причин их присутствия может быть напоминание того времени в их жизни, которое больше не повторить. Но Боб Роджерс считает, что призраки пытаются донести до нас какую-то информацию. Мне кажется, призраки пытаются сказать нам, что Хорнет — памятник миру. Они хотят рассказать историю 20-го столетия и через что им пришлось пройти. Ойербах надеется, что места, подобные авианосцу, заставят нас задуматься о жизни и смысле существования человека. Это не опасно. Наоборот, оно должно развивать ваш интерес. Если подумать, то получается, что человек — это не только одно тело. Пока Ойербах и Мюррей пытаются развить интерес у своих последователей, другой человек использует сверхъестественные силы, чтобы развлечь и удивить зрителей по всему миру. Удивительные силы телепатии. Это очень опасно. Может ли человек согнуть лезвие бритвы, не порезавшись? Вести автомобиль по загруженным улицам города с завязанными глазами? Может ли создавать рисунки, не касаясь песка? Но сейчас мы покажем, в чем заключается секрет этого мастера телепатии. Он будет пытаться найти ключ к автомобилю одного из добровольцев. Этот трюк раньше заканчивался неудачей. Этот ключ как пуля, которая покончит с моей карьерой. Мы отправились к нему на родину, в Бельгию, чтобы узнать секреты его великолепных трюков. Барди закончил университет Ливена в Бельгии. Он считает, что ключ к его успешным трюкам заключается в успешном использовании психологии и интуиции. В каком-то роде я взломщик ума. У меня есть способность психологически манипулировать людьми. Ян Барди считает, что любой человек может интерпретировать человеческое поведение. Но секрет его в том, что он научился использовать психологию, чтобы создать иллюзию экстраординарных способностей. Это искусство контролирования разума людей так, что они об этом не догадываются. И я предлагаю весьма интересное, необычайно захватывающее зрелище. Но как тогда Барди может управлять автомобилем с завязанными глазами? Он утверждает, что достаточно довериться своему уму и прислушаться к остальным своим чувствам. Мы слышим, чувствуем запахи.
У нас есть ощущение приближения к чему-то. Закройте глаза и представьте расстояние между собой и человеком, сидящим рядом с вами. Этой информации достаточно, чтобы управлять машиной. На телепередаче в Голливуде он выполнит наисложнейший трюк, но перед этим он должен убедить аудиторию, что он действительно обладает силой. Как только я потеряю их внимание к себе, трюк тут же провалится. Для того, чтобы убедить зрителей в этом, он просит зрителей поучаствовать в простом задании. Повторяйте за мной, и тогда, может быть, вы у экранов телевизора и вы, сидящие здесь, почувствуете силу своего маятника. Если ваша монетка имеет необычайную силу, маятник начнет качаться слева направо. Вот так. Получилось? Да? Да? Зрители поверили, что это работает. Поздравляю, вы прошли тест с маятником. Барди уверен, что держит внимание зрителей под контролем. Теперь он может приступить к настоящему испытанию. Найти автомобиль по ключу, выбранному случайно у кого-нибудь из зрителей. Те, у кого есть с собой ключи от машины, поднимите их в руках. Выбрав несколько добровольцев, Барди достает свой секретный инструмент. Это металлический стержень, состоящий из двух частей, соединенных у одного конца. Я крепко держу их и развожу в стороны. Это помогает мне концентрировать мою интуицию. Барди вначале отобрал 10 ключей, но в платке остался только один. Он идет на парковку с добровольцами, которые знают, какой ключ остался в платке и кому он принадлежит. Пока зрители будут наблюдать за металлическим стержнем в его руках, Барди будет незаметно следить за языком тела добровольцев, чтобы определить, кому из них принадлежит ключ и от которой он машины. Мне пришлось приложить максимум усилий, потому что было очень трудно. Мне нужна была вся информация, которую я только мог получить. Может быть, тут? Попробуем. Нет, опять не то. О, вроде там. Итак, он сузил круг до трех машин. И тут он понял, что женщина, в чьих руках был ключ, сама ему поможет. Она сама подсказала мне. Она несет за это ответственность, потому что направила свою энергию в мою сторону, чтобы у меня получилось. После наблюдения за женщиной, он объявляет, что чувствует что-то возле первой машины. Это было понятно сразу. Да, это может быть она. О, нет, тут что-то не то. Тогда Барди двигается ко второй машине. Опять что-то не так. Может быть, третья машина и есть та самая. Так, попробуем. Есть ли среди вас владелец этого авто? Это ваша машина? Он думает, что получилось, но прав ли он? Есть только один способ проверить. Давайте проверим. Вытащите ключ и откройте дверь. Она подошла к машине, а я подумал: «О, нет, только бы не ошибиться». Давайте, открывайте дверь. Когда она поворачивала ключ, я очень боялся. Спасибо за участие. У меня сразу отлегло от сердца. В тот момент я чувствовал себя без ума от счастья. Мастерское знание Барди психологии сделало этот трюк любимым среди зрителей. Но есть и другой медиум, который обладает схожими способностями. Он может помочь людям обрести покой. Спокойный субботний вечер в городе Резида, штат Калифорния. Никто не догадывается, что в этом доме люди из различных мест готовятся к спиритическому сеансу. Я здесь впервые, если честно, пока не понял, что тут происходит. Это так ободряет, что уходишь отсюда просто счастливой. Они собрались, чтобы пообщаться с этим человеком. Брайан Хёрст известен как талантливый медиум. Для меня это так же просто, как съесть завтрак. Это не кажется необычным. Я каждый день сталкиваюсь с чем-то новым. С ранних лет молодой англичанин понял, что у него есть уникальный дар медиума. К счастью, я научился отключать его. Но в возрасте 20 лет я ночами не мог уснуть.
Сегодня он использует свой мистический дар для того, чтобы дать семьям ответы на их вопросы своим умершим близким. Я пытаюсь способствовать заживлению духовных ран людей, находящихся в глубочайшем стрессе от потери близких. Брайан Хёрст считает себя медиумом со способностями передавать сообщения живым, общаясь с умершими. У вас дома раздавались звонки, и вы поднимали трубку, а там никто не отвечал. Да. Телефон звонит. Вы поднимаете трубку, но никто не отвечает. Однажды такое было. Хорошо. Вы подозреваете, кто мог звонить вам? Да. Она пыталась передать вам сообщение. Хёрст утверждает, что может расшифровать такие сигналы, которые никто не может расшифровать. У меня профессиональная способность настроиться на мысли и голоса людей, прошедших через стадию изменения под названием «смерть». Сегодня Брайан разрешил нам присутствовать на небольшой встрече людей, заплативших за это по $15 и надеющихся на контакт с усопшими близкими. Муж Бонни Шаб умер в возрасте 35 лет от лейкемии. Сегодня она здесь с двумя сыновьями, Гленном и Марком. Мой отец умер в марте 1998 года, и мы хотели бы пообщаться с ним. Но это не только общение. Бонни ищет подтверждение. Я хотела бы узнать, все ли у него в порядке, что он не мучается от боли. Действительно ли Хёрст может говорить с мужем Бонни? Когда сессия начинается, в комнате становится тихо, а Хёрст концентрируется, пытаясь войти в контакт с миром духов. Я ощущаю некоторую теплоту в области лба. У меня открывается третий глаз, и я могу слышать негромкие голоса. Бонни с сыновьями терпеливо ждут. Неожиданно на Хёрста нахлынула просто волна голосов. Духи называют себя по именам. Я только назову их имена. Получается, как в новостях по телевизору. Люди на заднем плане машут руками. «Выслушайте меня, я тут!» Я получаю сообщения в некой форме телеграммы с небес. Так я их называю. Но голос одного человека все никак не прозвучит. Мне трудно поверить, что мой муж не пришел. Разве он не знает, что я сегодня пришла сюда? Это хороший вопрос, спасибо. Как вас зовут? Бонни. И вам странно, почему ваш муж до сих пор вам не ответил? Чтобы помочь Бонни пообщаться с мужем, Брайан просит помощи у духа, которого он называет «Доктор Грант». «Доктор Грант, у Бонни трагедия, умер муж, и она хотела бы связаться с ним. Есть ли кто-то, знающий о нем что-нибудь?» Наконец, Хёрст получает сообщение. «Есть ли у вас в семье Майк или Марк?» «Это Марк, а брата мужа звали Майк». «Он точно упоминал Марка. Марк, вы ходили в синагогу и молились? Вы ведь еврей?» «Да». «Он вас благодарит. Вы ведь ходили в синагогу помолиться за вашего отца?» «Да». И тут Хёрст задает ошеломляющий вопрос. «Четыре». «Он говорит, вас должно быть четверо». «Меня заставило поверить ему, знаете что? Это то, когда он сказал, что нас здесь должно быть четверо, а не трое». Хёрст подробно описал отсутствующего сводного брата. «У него испанские корни, не так ли?» «Его зовут Эдуардо. Он его сводный брат из Коста-Рики». «Ему достаточно было просто сказать, что одного не хватает, но он еще и описал его». «У нас довольно необычная семья. Просто так невозможно догадаться». Теперь семья уже уверена, что Хёрст не просто угадывает. «Я даже проследился. Мама сжимала наши ладони. Мы так разволновались». Но это было только начало. «Он говорит, что встретил Мэри. Передайте моей жене, что он видел Мэри. И еще. Он упоминал о каких-то птицах. Что он хотел этим сказать?»
Через некоторое время после смерти мужа к нам зашел один из друзей Эдуарда и принес двух птичек. Одна умерла, а вторая жила у нас до последнего времени. Но самое удивительное происходит, когда Хёрст называет имя Софи. Он также встретил кого-то по имени Софи. Он думает, что Софи тоже его видела. Он говорит, что говорил Софи и думает, что Софи его увидела. Бонни была удивлена услышанным. Софи была любовью всей его жизни. Я бы предпочла быть на ее месте. Но это невозможно. У нас была девочка-шпиц по имени Софи. Значит, Софи ваша собака? Отлично. Значит, Софи была очень дорога вашему мужу. На сегодня доказательств достаточно? Я очень на это надеюсь. К концу сегодняшнего сеанса Бонни просто шокирована. Невероятно. Он назвал столько вещей, о которых не мог знать. О том, что умерли птички. Эдуарда. Это невероятно. Сегодняшний сеанс дал семейству ответы, которые они хотели услышать. У меня было отличное настроение, когда я уходила оттуда. Было удовлетворение от того, что я знаю, с ним все в порядке. Он не мучается от боли, и он окружен другими людьми. Для Брайана Хёрста сегодняшнее путешествие в потусторонний мир завершилось. Обычный человек с неординарной способностью общаться с духами. И хотя нет прямых тому доказательств, многие продолжают верить в его способности. Многие говорили мне, что их жизни изменялись после прихода ко мне. Это большая честь для меня. Я чувствую, что делаю особенную работу. Брайан Хёрст продолжает давать надежду небольшой группе людей, но такие профессионалы могли бы формировать политическую ситуацию в мире. Президентский самолет Рональда Рейгана приземлялся всегда в одно и то же время, через 5 минут после начала часа или за 20 минут до его окончания. Вдобавок, Рейган никогда не давал пресс-конференции в одно и то же время. А в определенные дни недели вообще отказывался от комментариев средствам массовой информации. Почему президент придерживался такого странного распорядка? Кто же планировал распорядок президента? Вы можете не знать ее в лицо или по имени, но самого близкого и секретного советника Рейгана звали Джоан Куигли. Я работала на Рональда Рейгана с мая 81 по май 88 года, почти 7 полных лет. Вот она, неизвестный астролог Белого дома. Джоан Куигли работала на Нэнси Рейган под покровом строжайшей секретности. Если бы миру стало известно о том, что президентская семья консультируется с астрологом, это бросило бы тень на президента. Я никому не говорила, что была личным астрологом Рейгана. Я и члены моей семьи держали все в секрете. Нэнси Рейган отличалась от остальных первых леди. Те, кто мог обратить на себя ее внимание, обращал внимание самого президента. Я знала, что Нэнси передавала Рональду все, что я ей говорила. Он сам иногда спрашивал: «Нэнси, а что думает об этом Джоан?» Куигли утверждает, что наблюдала за звездной картой Рейгана, поэтому его жизненный распорядок создавался с максимальной астрологической совместимостью. «Я устанавливала время для определенных событий. Например, во сколько его самолет должен взлететь и приземлиться. Я назначала время его пресс-конференции. Именно я выбрала день, когда он выступал в дебатах с Картером». Куигли также наблюдала звездную карту первой леди. Одно из ее предсказаний помогло спасти жизнь Нэнси. «Я увидела, что у Нэнси будет рак груди. Я не хотела пугать ее, но посоветовала ей в этом году сделать несколько раз рентген. Она так и сделала. Рак обнаружили на самой ранней стадии». Идеальное планирование Рейгана удивляло умы общества астрологов.
Все астрологи утверждали, что уверены, именно астролог помогает Рейгану в его работе. Интересно, кто это? Я тогда сказала, что не знаю. Но когда же Куигли могла тайно общаться с самой видной парой страны? Ведь служба безопасности запрещала встречаться лицом к лицу с высшими сотрудниками Белого дома. Я видела ее всего лишь два раза. Все остальное время мы общались по телефону. У нас был посредник, который был ее близким другом. Вернее, это было два друга в разное время. Но у этой схемы общения были свои недостатки. Они постоянно были в разъездах, и это создавало массу неудобств. Нэнси предложила общаться через коммутатор в Белом доме. Я не согласилась, потому что нас могли подслушать. Свой самый большой вклад Куигли сделала в ноябре 1986 года. Рейган готовился к теперь уже исторически знаменательной встрече с советским лидером Михаилом Горбачевым. Но предварительные переговоры зашли в тупик из-за недоверия лидеров двух стран друг к другу. Тогда Рейган обратился за советом к Куигли. Я сказал ему: «Мистер Президент, вы тот, кто принесет мир обеим странам». И он заулыбался. Куигли убедила президента, что мир с Советским Союзом в его руках. Я думаю, самое мое великое достижение состоит в том, что те три часа, что я потратила на убеждение Нэнси по телефону, говоря о том, что Горбачев был человеком, с которым можно иметь дело, я описала его как очень умного и открытого ко всему новому человека. Я обещала, что Рональд найдет с ним общий язык. Это был первый шаг на пути завершения Холодной войны. Поэтому после двух сроков на посту, Рональд Рейган по-прежнему считается одним из любимых народом президентов. Несмотря на разные слухи, опубликованные в средствах массовой информации, после того, как ее личность была раскрыта, Джоан Куигли гордится своим вкладом в работу Рейгана. На меня можно было положиться. Нэнси об этом знала. И Рональд тоже. В 1988 году в своих мемуарах Нэнси выразила свою благодарность Куигли за то, что могла обратиться к ней со своими страхами и сомнениями. Сегодня Куигли имеет собственный сайт, и у нее появились влиятельные клиенты по всему миру. Да, у меня есть клиенты из других стран, не только в Америке. Может быть, в списке ее клиентов есть и лидеры других стран. Но попробуйте узнать у нее их имена, и вы поймете, что некоторые секреты никогда не будут раскрыты. Я оставлю это без комментариев. Люди хотят верить, что паранормальные явления существуют. Мне кажется, и интерес к этому показывает, что мы хотим иногда верить в магическое, а не все время в рациональное. Хотя мне самому никогда не встретился паранормальный феномен, который я бы не смог объяснить с помощью науки или природы. Сегодня мы заглянули в загадочный мир паранормальных явлений. Мы видели людей, использующих силу воли, чтобы открыть дверь в потусторонний мир. Некоторые утверждают, что могут предсказать будущее, но не могут ответить на вопрос, как это получается. Некоторые предпочитают просто верить, не обращая внимания на то, что многое из необычного наука может с легкостью объяснить. Но есть действительно странные события, которые не удается объяснить, и они остаются самыми большими загадками. Продюсер Брюс Нэш. Автор сценария Лорен Манда. Композитор Шон Клемент.